Анна Демірполат – сімейний психолог, арт-терапевт, є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Так, доброго ранку вам, Анно. І сьогодні ви не з пустими руками до нас прийшли, так? Це, наскільки я знаю, це метафоричні асоціативні картки, так? Якщо правильно мене сестра навчила їх вимовляти. І кажуть, що за допомогою цього можна визначити, як зробити нам перший крок, так? Як почати діяти там для втілювання своїх мрій. Але для початку давайте поговоримо про саму мрію, чому ми боїмося робити перший крок, чому ми не можемо поставили собі ціль і одразу до неї йти, чому ми стоїмо на місці и не рухаемся. Ну, в основном это связано с тем, что у нас появляется очень интересная такая вот эмоция или такое наше состояние. Как вы думаете, как называется? Это уже я не помню. Называется это страхом. А, страх. Да, конечно. Когда мы чувствуемся неуверенно, когда мы боимся, что же будет, придумываем себе в голове различные мысли, а не получится, да, то есть постоянно. Вот, поэтому в движении к цели это все-таки что-то новое. Страх возникает как раз там, где есть некая неизвестность, какая-то такая затуманенность, да, где мы не знаем точно, как должно быть. Поэтому возникает естественная наша реакция – страх двигаться. Но иногда у некоторых людей она настолько сильная, да, что вот вообще очень сложно даже сделать первый шаг. Ну, здесь коротко самые основные рекомендации. Первое. В основном, когда мы чего-то боимся, мы находимся в таком состоянии, опять же, неудовлетворенности и переживаний, и тревоги. Вот для того, чтобы немножко добавить других эмоциональных состояний, самое главное не все исправить вот для того, чтобы двинуться вперед, а хотя бы чуть-чуть добавить, знаете, как будто, ну, как вкуса, что ли, к какому-то напитку. Или, например, в темноту добавить свечечку, света чуть-чуть. И что это значит? Это значит, что, например, представить себе, какой я буду, когда я все-таки это сделаю. Дело в том, что за страхами на самом-самом деле стоит то, что нам очень нужно. Это то, что нас действительно может выдвинуть вперед. Именно за страхами, вот посмотрите, чего боитесь, это значит то, что может вас вытолкнуть вперед и дать вам новое наслаждение в жизни. Да. Поэтому страх, с одной стороны, если он накапливается, он действительно может задержать человека, да? Но с другой стороны, он может его вытолкнуть на очень большое то развитие. Если правильно его зрозуметь, правильно побачить, то он может помочь. И первое, нужно увидеть, да, себя, даже визуализацию такую сделать, какой я буду, до деталей, как я буду выглядеть, что я буду делать, как поменяется, что изменится в определенных сферах моей жизни, когда я этого достигну. Соответственно, когда вы этот образ представите, однозначно будет очень такое вот воодушевление появится, да? То есть действовать, мотивация повышается. Второй шаг, важный очень. Это, конечно, проанализировать, какие мысли у меня приходят, что за страхи, да, то есть что там на велосипеде упаду, там, да, то есть, например, если хочу научиться кататься, или, например, там на экзамене, ну, не выступлю, боюсь, что меня засмеют, например, да, не могу сдать второй раз экзамен или третий, да. То есть нужно здесь правильно себе посмотреть, а что же в результате будет, если страх случится. Ну вот действительно случится вот эти мысли, которые меня окружают. Тогда проанализировать, так, а что я могу сделать, чтобы это не случилось? Чтобы это, да? Да, да, да. То есть предупредить вот эти возможные события, да. То есть, ну, упаду, встану, да, то есть, например, на экзамене засмеют, ну, подумаю, что сказать в ответ, например, если там не хочу, чтобы так дальше продолжалось. Например, боюсь именно этого. Третий шаг. Третий шаг – это, конечно, уже набираться опыта. То есть, естественно, мы шагаем, и нам сложно, потому что мы не знаем как. И страх – очень хорошая эмоция. Она нас заставляет для того, ну, заставляет нас, точнее, научиться получить этот опыт. Да? И если, например, сесть на велосипед и не уметь на нем кататься, и тут же с горки, что будет? Травматизация. Да. Да, поэтому лучше, конечно, взять, например, инструктора, взять, например, там, кого-то, кто знает действительно с собой, как кататься на велосипеде, чтобы вам помогли. Обмундирование взять полное. Тобто можна скористатись навіть чужою якоюсь можливою порадою. Конечно, вот на этом этапе это учеба и помощь. Здесь не нужно от этого отказываться. Некоторые люди, это, кстати, большая ошибка. Я хочу сам достигнуть своей цели, да? Вот посмотрите, во всех народных сказках, которые я часто привожу как пример, у всех героев что на пути встречаются? Помощники. Причем как помощники люди или какие-то существа, так и инструменты, которые им даются. Это символизм того, что на определенном сложном этапе своей жизни, когда вы еще не умеете достигать вот цели, как хотите, да, то есть, чтобы идти вперед уверенно, нужно воспользоваться помощью. Ну и четвертое – это маленькие шаги. То есть правило маленьких шагов.
маленькие, абсолютно маленькие. То есть вы совершенно, то есть как мы учимся даже, вот я недавно училась кататься на роликах, да, я проехала 1 метр, то есть я сначала одела обмундирование, проехала 1 метр, и без, не держась, когда мне ребенок говорит, не держись, давай 2 метра проедешь, я проехала, у меня возникает внутренняя мотивация, я могу, у меня получается, да, то есть маленькие шажочки, конечно, не сломя голову ехать, да, то есть когда вы сделаете один маленький шаг, найдите, возьмите, составьте какой-то план, и что из этого плана маленькое, самое первое, самое такое слабенькое что-то, да, и вот такими маленькими-маленькими шажочками, да, вы двигаетесь, а дело в том, что на самом деле это не маленькие шаги. На самом деле психика так устроена, что маленький шаг, который могу, он настолько сильно, он в разы мотивирует человека двигаться дальше. Ну дивіться, ну робимо ми ці маленькі, але у нас бувають там невдачі якісь. І чесно, навіть у мене інколи буває, що невдачі, ну просто ну, опускаються руки, от одна, друга, і вже не хочеться якось іти далі. І думаєш, ну і нащо, якщо нічого не вийде, то краще залишити вже тут, вже залишити ту мрію. Чи правильно це? Чому ми так от думаємо, смотрите, як себе пересувати? Є поняття психології, як внутрішній вагон. Голоса, да, то есть стали это цель. Действительно ли я хочу этого? Ой, это и внутренний голос. Да. Если действительно вы ощущаете, что по разным параметрам это хочу, могу, получается, и могу, действительно, и хочу, но там, может быть, какие-то вот не получаются аспекты, единственное что, да, то, конечно, это вот на пути, это путь развития. Ну, конечно, например, там на велосипеде, может быть, конечно, можно поехать сразу, но не пойти сразу в горы, правильно? То есть вы сначала пробуете и понимаете, что для первого этапа вот такие неудачи и ошибки необходимы. И вообще понятие ошибки настолько ценно, дать себе возможность, шанс на то, чтобы ошибаться, это, по сути, двигаться на самом деле вперед, ну, и достигать своих целей. Знаете, там про лягушку, которая прыгала, вот, и все там кричали, и у тебя не получится, или еще что-то на самом деле. А она была немая, не слышала. И у нее получилось у единственной лягушки перепрыгнуть какое-то там большое препятствие. Не варто зупинятися, не варто звертати увагу. Ви сьогодні прийшли з метафоричними картками. Наскільки я розумію, то вони допомагають розібратися нам в собі, так? Да. Якщо правильно. Что такое метафорические карты? Да, вот теперь к элементу, к достижению цели. На самом деле этот инструмент используется в психологии очень часто в самых различных темах. Но что здесь как бы, да, важно? Как с ним работать? Вот мы сейчас маленький элемент там какой-то проделаем. Да? Нужно понимать, что это научный инструмент. Он был основан в 50-х годах немцами. И это никакое не гадание. Хотя, в принципе, очень часто их связывают с картами там, мистическими. Там, такого смысла. Там, Таро говорят. Клиент говорит, нет, мне такое не нужно. Но как это работает? Это работает, помогает работать с сознательной частью человека и бессознательной. Можно так себе представить, да, что вот бессознательное – это как вот некий океан, а сознание – остров, то есть то, что мы видим. А бессознательное – то, что мы в глубины можем только окунуться, да, так мы просто этого не увидим. И если говорить, что это внутренняя часть нашей психики, то между сознанием и бессознательным как бы есть такая вот связующее зеркало или как стекло, что ли, да, через которое они контактируют. Да, через которое они контактируют. Например, вот сны. Бессознательное старается символически поднять нам какой-то смысл. Для чего? Для сознания. Чтобы сознание наделило те образы и идеи, которые возникают в сновидении, наделило смыслами. И это может помочь человеку двигаться дальше вперед. На самом деле, это такая древняя наша способность. Если бы люди немножечко больше этому внимания уделяли, но у нас мы от этого ушли. Да, то могли бы... часу дожди, так? Да, поэтому, что такое метафорическая карточка? Мы как будто берем эту карточку, да, то есть тут какая-то любая картинка, какая-то тут сложная картинка, да? Вот. И мы как будто на вот это стеклышко для бессознательного кладем эту картинку. И оно видит этот образ. И начинает его, как у бессознательного, это развито очень воображение, да? То есть оно начинает, о, это для меня там то-то, это то-то, я вижу тут то-то, да? И мы наделяем картинку какими-то красочными образами. Зачем делает это бессознательно? Для того, чтобы сознание зацепилось за какой-то образ и нашло ответ на свой вопрос. Ого. Да, то есть вот так это устроено. Але вони є різні, я так розуміла. Да, так? Они бывают разные, да, они для работы в различных ситуациях, например, там с личностью человека, вот как он себя чувствует, например, там женщина, как она себя чувствует в роли на работе своей, какая она в роли, например, дома. И вот можно вытащить какой-то образ, ну, например, у меня тут, например, такие карточки, то есть это с изображениями животных, да, но это немножко не та колода для того, чтобы совсем вот так работать, но она тоже подходит. И, например, она говорит, вот
вытягивает, да? Вот, я чувствую себя на работе как крыса, работаю, бегаю, да, то есть вот, например, да, то есть это такое состояние, говорит, мне там совсем вот не нравится. Так, а дома я, наверное, вот, кто у нас тут? Страус. Я там прячу голову, не хочу разбираться в никаких своих проблемах, и вот так вот точно я живу. Поняли? Угу. То есть да, она наділяє вот те, о, ту действительно ассоциации с этим, например, образом. Тому що треба вміти це побачити, як цей образ. Конечно, да, но для этого есть психолог, который помогает расширить это видение. Сначала как бы расширить бессознательное видение, видение, да, карточки. А потом как бы человек уже из того, что он увидел, какую-то часть выхватит и наделит это каким-то смыслом. Вот, а як правильно их, ну, ці картки витягати для себе? Просто можна взяв на бум. Смотрите, есть разные способы, то есть есть в открытую, когда человек совершенно не готов, например, погружаться в глубины своего бессознательного, там тоже есть признаки этого всего, вот. Или когда, например, мы работаем с тяжелыми какими-то ситуациями. Но в случае работы с целью, например, да, когда мы хотим двигаться вперед, это некая такая вот работа уже, когда человек вроде и хочет, и вроде уже что-то делает, да, то есть это про то, чтобы повысить его мотивацию, помочь ему в себя немножко больше поверить. Поэтому здесь может даже человек вслепую доставать любую карточку и потом рассказывать, да, то есть уже как это связано карточка, как она может описывать какую-то помощь для него. И все равно наша свідомість якось буде думати, що це нам допомагає, і я думаю, якраз робить перший крок, так? От ці картки допоможуть. Да, вот, например, да, например, стратегія, ну вот, да, витягнути там любую карточку. Ви будете пробувати? Я вже не знаю. Можна спробувати. Давайте, як цель, знаєте, какую там? Ну, давайте так, знаю. Знаете, треба, да? Я не буду казати. Ви не будете говорити? Не буду казати, хай хорошо. Буде це секрет. А, тогда хотя бы так образно, чуть-чуть, что-нибудь нам подскажете, что, чем оно вам поможет, хорошо? Так, вытягивайте можна любую карточку, да. Так, ой-ой-ой, всю колоду зараз потягну. Так. Итак, вам попался пингвинчик. Вот теперь смотрите, какими качествами... Вот, так, хорошо. Какими качествами обладает пингвин? Какая стратегия выживания его в природе? Ну, він такий, що, мені здається, такий в компанії завжди, так? Вони ж по собі, так, самі по собі він не ходять. Так, в компанії, і обов'язково варто бути в компанії якийсь, і в команді. Так, да, в команді. В сімейні, я знаю це точно. Вони любить свою сім'ю, так. Они живут, кстати, вот, ну, как бы такая просто идея, они живут в достаточно сложных условиях, но при этом наслаждаются жизнью. Так. Да, вот, как, вот такой момент. Слухайте, просто вони гарненькі. Вони симпатичні, да. Ну, вони добрі, вони веселі, да, і ми можемо розширяти вот это вот, вот этот спектр. І от тепер подумайте, як може то, що вот ви услышали какие-то ідеї, применить в реальной жизни. Ну вот даже пусть это послушал бы какой-то другой человек, что бы он сказал, например, про достижение своей цели. Что можно из этого взять из образа жизни пингвинчика для того, чтобы достигать своей цели, двигаться вперёд. Треба працювати в команді і треба бути веселим. Ось так. Ну, я думаю, ми ще про це поговоримо. Да. За кадром вже дякую вам. Тепер знаю, що у мене, як це можна сказати, що у мене пінгвін – це, можливо, символ, який вас символ, який допоможе мені досягти моєї мети. Дякую вам. Нагадую, Анна Демир-Палат, психолог, була сьогодні у нас в гостях. Дякую вам за поради. Я думаю, тепер ті, хто, можливо, сумнівався, боявся якось робити перший крок, тепер знають, як його почати робити. І не варто боятись якихось невдач.